Приглашаем Веселкин Константин, поселок Почапский, мастер спорта по рукопашному бою, кандидат мастера спорта по панкратиону и армейскому рукопашному бою, чемпион Сибири по рукопашному бою. Встречаем! Да,
в этом бою досрочную победу болевым приемом одержал Веселкин Константин! Спортсмен, останьтесь в клетке для награждения. Александр, вы уже сегодня говорили, но что-нибудь скажите конкретно Константину. Продолжайте, он же духи. Заниматься, чтобы заниматься. Я снасть достигнут. Ну и кстати, уже мы надеемся, когда-то он станет в ближайшее время олимпийским, скоро стать олимпийским чемпионом. Константин, пару слов. Как вы настраивались, как готовились, в чем ваши секреты? Сегодня рассказывайте так, понемножку. Здравствуйте, Барнаул!